Организаторы игр «Что, где, когда» из Ярославля, Владимира, Иваново и Костромы объединились, чтобы сделать особенный турнир для игроков. Участники сели за столы в одно время, а результаты фиксировались в онлайн-таблице. В битве городов Золотого кольца победила владимирская команда под названием «Наобум». Нашим землякам немного не повезло, до высшей награды не хватило одного балла. Второе место они разделили с сильнейшими командами Ярославля. Игроки признали формат интересным и результатами остались довольны. Параллельно в интеллектуальной битве сразились 44 команды.